Как впечатление? Как отлетали? Впечатление огонь вообще. Немного переживали вначале, что ветер будет в реку, и потом мы из нее не выберемся. А это половодье, что ли? Поэтому набережная затоплена? Ну, в итоге поднялись, я даже не знаю, на сколько метров. Вот. И там был нормальный ветер. Чуть левее отошли от реки. Ветерочек-то хороший, и у меня, короче, задуло горелки. А ты, естественно, конечно, что такой раз, а тут ребята наслаждаются. А тут надо как бы до нее дотянуться еще, снижение такое. И тут я только... В полете у нас потух фитиль. Мы начали очень сильно паниковать. Ну что, ребята немножко так встрепенулись, а то они прям сидели так в нирване, можно было уже там это... Ну, дай бог, профессионализм Саши. У нас есть старый дедовский способ, который мы получили с первобытных времен. Все очень быстро, в течение 5 секунд он зажег, и мы все успокоились. Все хорошо кончается. Вообще. А в корзине ты готов выступать? В корзине в каком смысле? Ну! Есть такое упражнение. Серьезно? Да, по соски. Ладно. Окуни соски в Волге. Саня, для того, чтобы над водой пройти, тебе нужно отправить, иначе, видишь, лэп. У тебя слева идет приземный, у тебя левый и обратка. И ты как раз именно на эти лэпы придешь. Да, развернулся, увидел, все. Так круто быть первооткрывателем. Ни разу не видел, чтобы кто-то в Волгограде летал. Родина-мать, конечно, отовсюду видна. Весь полет с видом на нее. Вот, конечно, очень круто. Сейчас чуть-чуть пролетим и пойдем водичку трогать. Синхронное плавание. Для плавки не надо. Никто не одел. К этому невозможно быть готовым. Мы уже летали над окой в Рязани. Ну и очень любим это дело. Естественно, полет над Волгой. И мы не можем пропустить возможность не помочить ночью ножки. Хоть наверху и был сильный ветер, сейчас нам везет и у воды, его практически нету. Какой кайф летать на воздушном шаре. Давай, догоняй! Конечно, один ты ничего не сделаешь. И вдвоем намного веселей. Поэтому отдельное спасибо Сане Галкину, который все разрулил, благодаря чему мы сейчас можем наслаждаться такими видами реки Волги. Нам очень понравилось. В жизни очень мало таких ярких впечатлений, поэтому... Если есть возможность, всеми правдами и неправдами, попадите на этот полет. Да, шикарная вещь. Я вообще давно мечтала полетать. Мечтала полететь. Вот четко приклеилась 60, она все клеится. Так что надеемся на то, что ребята будут еще раз здесь и повторим. Да, толкайте. Все разбирать, чтобы они были плодородными. Нажал? Много, снято. Много счастья. Это не фонарь, это луна. После 4 полетов мы уже никакие. Заправляем очередные литры на 5-й завтрашний полет. Заключительный. И после него у нас будет новый контур. Я не поеду в Москву, а поеду дальше. Но об этом будет подробнее в следующих сериях.